Джавид Фразалиев, тренер футбольной сборной Реал Неплеханова. Сегодня вы сыграли в ничью с лидерами турнирной таблицы. Что вы можете сказать по игре? По игре была упорная борьба на всех участках поля. Очень равная была игра, реально соперники были достойны друг друга. Ну, были моменты опасные, как у соперников, так и у нас. У них, конечно, откровенно говоря, поопаснее немножко, да, все было у наших ворот. Ну, так и в конце мы могли тоже наказать их, можно так сказать, уже. Ну, в целом, результат, я говорю, как бы, ну, справедливый. А как вы думаете, чего не хватило команде для того, чтобы одержать победу? Нашей или их? Нашей. Нашей? Нашей, я считаю, свежести. У нас очень много ребят травмировалось. Сегодня было всего две замены. И вот это очень сильный показатель. Ну, учитывая все условия, да, нашего турнира. То есть три игры, да, и хотя это и вторая, но все равно тяжело ребятам выкладываться практически одним и тем же составом. И плюс погода сегодня еще распогодилась так хорошо, но это сказалось в обратную сторону, к сожалению, для нас. А после прошедших двух очень сложных игр, какие, думаете, перспективы у ребят на завтрашний год? Поживем, увидим. Надеемся выложиться уже. Не надеемся, а будем выкладываться уже по полной. Уже тут заключительная игра. Постараемся выиграть ее. А там как получится. Спасибо. Будем играть только на победу. Спасибо.